Мои намерения, меня, звездно-земного, энергоинформационного, многомерного, многогранного, светового существа, несущего в себе искру сознания Абсолюта. Мои намерения, моя заявка в каждом дне. Сегодня для меня, человека, женщины, мужчины, важен мир и гармония во всех видимых и невидимых мирах. Сегодня для меня, человека, женщины, мужчины, важен идущий на планете Земля процесс преобразования деструктивных энергий в энергии первозданной красоты и гармонии. Сегодня для меня, человека, женщины, мужчины, важен идущий в теле моем процесс восстановления Божественной Матрицы, здоровья, молодости, красоты. В каждом теле, в каждой клеточке, в каждой молекуле, в каждом атоме моего тела, моего организма. Сегодня для меня, человека, важно по воле Источника Единого, непроявленного начала начал, быть видимым и невидимым проводником Его Божественной Любви, воли, мудрости в тех мирах, где это необходимо. Сегодня для меня, человека, женщины, мужчины, важно по воле единого, непроявленного, начала всех начал, быть проводником исцеляющих энергий любви единого в мире физическом для всех микрокосмосов, готовых принять исцеление искаженных энергий в себе. Сегодня для меня, человека, женщины, мужчины, важно позволить себе, и я позволяю, принять, и я принимаю изобилие любви в виде духа творчества, нежности, теплоты, чистоты и невинности, уважения и доверия через обмен высочайшими энергиями в моменты прикосновения. В тонких мирах, тонкими телами и в плотных мирах физически. Сегодня для меня, человека, женщины, мужчины, важно позволить себе, и я позволяю принять, и я принимаю изобилие безусловной любви в виде денежного эквивалента, идущего ко мне в мир мой, в мой микрокосмос, в мой физический мир, из проявленного источника начала начал, через других моменты служению единого, моменты служения единому океану непроявленного начала начал в них. Сегодня для меня, человека, женщины, мужчины, важны гармоничные, дружелюбные, человеческие, искренние отношения с самой собою, со всеми моими аспектами в моем микрокосмосе, а также с окружающими в физическом плане, основанными на безусловной любви, понимании, приятии другими, без осуждения и насмешек. Да будет так, да будет проявление.
безусловной любви в моих намерениях, мыслях, словах, действиях, поступках. Я выбираю быть и проявлять наивысший аспект себя, себя света любви, Бога мудрости, Бога любви, Бога творчества, Бога милосердия, Бога понимания, Бога осознания. Да будет так.